ролик попался. Я даже не знала вообще ничего про это. Короче, в Москве есть консерватория имени Гнесина. Я не знаю, как эта консерватория может поддерживать или гордиться. Вообще, чем гордиться? У нее Гнесин был расстрелян в 1938 году. Был расстрелян, жена его умерла от голода в Ленинграде. И только в каком-то там 86-м году было первое упоминание, что он был расстрелян. А еще, может быть, в 2015-м какая-то появилась мемориальная доска. Гнесинцы, консерватория, Москва, вы вообще в ус не дуете? Там, короче, россияне, вы когда смотрите на свою историю, это повторение одного, знаете, вы как будто страницу первую почитали, а на вторую так и не пришли. Враги, враги, враги. Враги, враги, враги. Ну, напишите песню какую-нибудь, шаман, напиши песню там. Враги, 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 и все. Вот просто эта песня можно из поколения. Вы когда рождаете детей, сразу рождаете и говорите, у нас есть враги, враги, враги.